Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня», я ее ведущий Никита Васильев. А буквально вот только что, два дня назад, в субботу, 19 сентября, планета отмечала Всемирный день чистоты. Большая значимая дата, большой праздник. По традиции в этот день тысячи неравнодушных граждан, людей по всему миру, выходят на субботники и наводят порядок в лесах, парках, скверах, ну, наверное, даже просто у себя на участках, у себя во дворах. Уже не первый год к этому дню, к дню Всемирного дню чистоты, присоединяется и Тверская область. И в рамках проекта «Сделаем» тверетяне также выходят на эти субботники и наводят порядок на различных территориях, что у нас и было в нынешнюю субботу, нынешнее, 19 сентября, также проект «Сделаем» у нас активно работал. И сегодня мы подведем итоги этой работы, поговорим с ее непосредственными организаторами, участниками, ну, собственно, с теми людьми, благодаря которым в минувшую субботу наша планета, Тверская область и город Тверь стали хоть ненамного, может быть, но чище. Я представлю сегодняшних гостей. Алена Хрусталева, экотренер, координатор проекта «Сделаем в Твери». Алена, здравствуйте. Здравствуйте. Спасибо, что с нами сегодня. Екатерина Афанасьева, волонтер, участник проекта «Сделаем». Екатерина, здравствуйте. Здравствуйте. И Татьяна Иванченко, пресс-секретарь «Тверь спецавтохозяйства». Татьяна, добрый день. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Номер прямого эфира 300-190. Вы можете звонить, задавать свои вопросы. Может быть, рассказывать о том, что вы делали 19 сентября во Всемирный день чистоты. Где убирались, где наводили порядок. Алён, ну вот, наверное, первый вопрос к вам, как к координатору проекта «Сделаем». Первые итоги основные подведите, пожалуйста, Всемирного дня чистоты акции, которая в субботу у нас прошла. Какие цели ставили, что в конечном итоге, чего удалось добиться? Хорошо, да, у нас в эту субботу состоялся грандиозного масштаба вот эта акция «Всемирный день чистоты». В акции приняло участие в Тверской области 13 700 человек. А это значит, что мы побили рекорд прошлых лет. В прошлые года у нас максимум был это 10 300. И собрали 11 тысяч мешков мусора в Тверской области. Это очень большая цифра, то есть она, если пересчитать на кубы, то это 16 фур. Угу. Ну, я, насколько я знаю, вот мы с вами общались, да, в преддверии акции, цель у такого проекта 5% населения, да, насколько я понимаю? Да. Вот эта цифра, как у нас получилось, 5%? 5%, к сожалению, не получилось, но дальше больше. 5% — это 63 тысячи людей. Ну, я думаю, что из года в год в Тверской области, да, будет все больше и больше людей принимать участие. Ну, мы видим, что динамика положительная. Если в прошлые года нам нужно было приглашать людей активно, то в этот год люди сами охотно нам звонили, спрашивали, как принять участие. Многие организации к нам обращались, тоже спрашивали, чем вам помочь. Мы тоже хотим участвовать с нашим коллективом. Поэтому отклик есть, это радует. 13 700 человек, да, вы сказали в этом году? А в прошлом сколько было? 10 тысяч. В прошлом году было меньше, было около 7 тысяч человек, потому что школьники не принимали участие. А в позапрошлом году было 10 300. Среди них было 6 тысяч школьников, 1500 студентов. В этом году было около 8 тысяч школьников и студентов. Угу. Ну, то есть рекорд по численности акции проекта «Сделаем» поставлен. По численности и по количеству собранного мусора. Ну, отлично, отлично. Ну, и вот у нас сегодня вместе, да, в студии одна из непосредственных участниц акции проекта «Сделаем». Екатерин, где наводили порядок? Расскажите, насколько массовой была ваша точка? Мы наводили порядок в деревне Черногубово и рядом с деревней Черногубово в лесах. В поселке Труд мы убрали несанкционированную свалку. Я рада результатами, потому что приняло участие школьники Черногубовской школы. 46 ребят убирались за 45 минут. Они очень много сделали. Я им очень благодарна. И с родителями вышло еще 7 детишек. То есть у нас вот такой, посмотрите, перевес 52-53 человек маленьких наших, наше будущее вышло убираться, и 30 человек взрослых приняло участие. Вот хотелось, то есть порядка бы вообще всего 80 человек. Да, хотелось бы, чтобы взрослых в следующий раз было побольше. А кто, как правило, вот в таких мероприятиях принимает активнее участие? Кто больше, вот, скажем так, себя на месте уборки проявляет? Взрослые или дети? Ну, я, конечно, скажу, что дети, потому что они чище, они
открыты миру, они слушают. В их глаза бы я смотрела всегда. Вот. И так у нас в деревне сложилась такая группа, всего несколько человек, такие эко-энтузиасты, хочу их тоже отметить, Лариса Гурьевна Шимина, Инна Федоровна Золотарева. Вот. Люди, которые неравнодушны к тому месту, где они живут. Угу. Ну, то есть вот силами 80 человек, я так понимаю, один из уголков. Мы видели, и зрители нашего телеканала могли видеть тот самый вот участок. Мы делали в преддверии акции сюжет. Действительно, был несанкционированная свалка, да, можно так сказать, была. Тот уголок теперь чистый, да, насколько я понимаю? Сила 80 человек, он убран на данный момент. Я вот хотела бы сказать, что это всего... Мы убирали 3 дня в деревню. У нас вот день растянулся на 3 дня, потому что мусора, к сожалению, очень много. Все не удалось убрать. И в той уборке, вот, на которой мы снимали репортаж, участвовало 17 человек. Это окрестности поселка Труд, да, насколько я помню, Черногубского сельского поселения. Несанкционированная свалка в лесу. Там принимала очень активное участие администрация Черногубского сельского поселения. Я им очень благодарна, что они откликнулись, они подготовились, они закупили сами перчатки, мешки. И вышли все работники администрации на эту уборку. Вот. Ну и к нам еще присоединились жители поселка Труд и деревни Черногубова. Татьяна, с точки зрения предприятия, да, регионального оператора по обращению с ТКО, Тверь-спецавтохозяйство, какую помощь оказывали, какую поддержку, может быть, что делали вот в рамках вот этого субботника 19 сентября? Ну, это очевидный ответ, да, вывозили мусор, потому что мало его собрать, надо его отвезти в нужное место. Вот, это понятно, что региональный оператор традиционно поддерживает данную акцию. И все, вот 4-й год в этом году уже у нас. Третий год в этом году. Третий год региональный оператор вместе с общественниками. В этом году мне повезло, я очень тесно общалась с командой организаторов, общественников, волонтеров. Я хочу сказать, что это огромная работа проделана. Объединить такую разношерстную большую компанию, разбросанную по необъятной нашей Тверской губернии, вот, это, ну, вообще общественники на самом деле профессионалы, я хочу сказать, что и объединить, и заразить вот этим энтузиазмом, и карту чудесную уже в последний момент, там буквально, да, накануне, вдруг делается карта, и там каждый откликается в этом чате, что научите меня, я тоже поставлю несколько точек, уделю час или два. И то есть людям совершенно не жалко было тратить свое время и вот на такие вещи, да, которые визуализировали общую работу, ну вот то же самое, это карта. И, ну, соответственно, на сами субботники. Я хочу сказать, что точек очень много. Более 420 точек. Более 420 точек по всей Тверской области. Да, да. Ну, то есть 60 в Твери. Это такой выразительный показатель. Очень много из этих точек вывозил сам ЦАХ. Мы привлекли подрядчиков, они откликнулись, вот и Технострой, например, в Твери и в Калининском районе тоже ставил контейнеры и вывозил. Ну, в общем-то, работа велась и работа продолжает вестись, потому что за раз вывести такой объем мусора с такой большой территории невозможно. То есть, я правильно понимаю, что перебью немножко вас, по-прежнему вывоз мусора, он продолжается, да? У нас еще уборки продолжаются. И уборки продолжаются, и да. То есть день, на самом деле, чистоты, это условно. Я думаю, неделя однозначно, потому что началось все середина прошлой недели, да, а кто-то уже замахивается и в выходные, в следующие нам звонили, там, говорили. Вот, поэтому, да, процесс продолжает вестись. Ну, понятно, что это такая вспышка вокруг вот этого 19 сентября. Вообще, ну, как центр притяжения, можно сказать. Да, да. И, ну, классная идея, я считаю, когда, ну, периодически то там проходят уборки. Кто-то сам в одно лицо, как говорится, выходит по зову сердца, да, не может пройти мимо мусора. Но здорово, когда вот есть вот такая точка, и она показательная очень, что вот действительно объединившись, все вместе можно сделать. Да, можно сделать. У нас небольшая реклама, мы вернемся после короткой паузы. В
Вы смотрите программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Сегодня мы вместе с организаторами и участниками акции «Проект сделаем» подводим итоги Всемирного дня чистоты 19 сентября. По сути, вся планета вышла на субботник, да, можно сказать, в том числе и жители Тверской области. И у нас в гостях координатор проекта «Сделаем» Алена Хрусталева. Алена, к вам вопрос. Mm-hmm. Вот мы узнали, вы нам рассказали в первой части программы о том, что рекорд поставлен. 13 700 человек – это рекорд за все время проведения акции «Сделаем» на территории Тверской области. Вот, на ваш взгляд, за счет чего удалось добиться такой суммы, такого количества людей, вышедших на акцию? Ну и что было самым сложным при подготовке к этому дню, к 19 сентября? Ну, могу сказать, что этого результата мы добились за счет сплоченной работы команды «Сделаем», за счет того, что уже за прошлые годы у нас был заложен хороший фундамент, то есть мы уже знали, куда обращаться. Нас поддержала Минприроды, то есть помогло нам привлечь именно масштаб, делал рассылку по муниципальным образованиям. Кроме этого, школьники нас поддержали через Аркадия Перведенцева, который тоже сделал рассылку, и мы собирали письма от муниципалитетов, которые принимают участие. Конечно же, у нас работала команда сплоченная, писалось много постов, то есть было активное продвижение группы нашей, в которой сейчас уже около 3000 человек. Также нас поддержало в этом году много организаций, такие как «Вагонзавод» поддержал, то есть они тоже со своими работниками вышли на уборку. Завод вторичных полимеров в этом году тоже принял участие. Также они нас обеспечили бигбэгами для сбора мусора. Это что такое, если у нас кто-то из зрителей не знает? Бигбэги — это большие мешки, которые кубовые, то есть это метр на метр, в которые мы складывали пластик для того, чтобы сдать его потом на переработку. Организация «Комет» нас поддержала, организация «Империал», которые распечатали для нас баннеры, и мы их повесили на остановку в середине прошлой недели. Это тоже позволяет нам привлечь все больше и больше людей. Конечно же, об этой акции уже знают, то есть первые годы было сложно из-за того, что никто не понимал, что это за акция, а сейчас уже все знают, потому что это уже третий год. Поэтому легче, я уверена, что в следующем году отклик будет еще больше. Угу. Вы говорите о предприятиях, о тех, кто, может быть, ради того, чтобы немножко себя прорекламировать, попиарить, выходит на акцию. А в простых людях чувствуется этот все больше нарастающий отклик? Да, чувствуется отклик. У нас в этом году в чате было около 120 организаторов. То есть люди писали о том, что мы хотим убраться. Добавьте нас, включите нас в состав организаторов, мы тоже хотим принимать участие. В прошлом году было 70 человек, в этом году уже около 120. То есть это тот костяк. Это локальных локальных организаторов, во всей Тверской области, по муниципалитетам были. То есть около 60, даже чуть больше 60 в Твери, и все остальные — это Тверская область. Они уже у себя локально старались сделать так, чтобы именно в их городе акция приняла максимальный масштаб. Людей все больше, и в том числе, рекорд поставлен. Что при подготовке, при организации такого количества людей вообще самое сложное? Самое сложное? В принципе, я к тому спрашиваю, Татьяна, может быть, когда представитель регионального оператора меня поддержит, у нас, в принципе, проблема сбора мусора и так далее, она, не всегда, скажем так, может быть, решается, как хотелось бы того. А тут еще и в один день все разом. Да. Как это вообще? Это самый сложный момент, это как раз логистика и вывоз мусора. То есть нужно организовать всех, собрать всю информацию вовремя, предоставить эту информацию в ЦАХ, чтобы они знали, с каких точек собирать мусор потом смешанный, организовать раздельный сбор мусора в этот день. А у нас в этом году, в отличие от предыдущих лет, раздельный сбор осуществлялся не только пластика, но и стекла в том числе, и покрышек. То есть это тоже такой значительный прогресс, и это меня очень радует, что у нас стекло будет перерабатываться в этом году. И из покрышек мы сделаем, не мы сделаем, а организация, которая их собирает, сделает потом спортивные детские площадки. Об этом мы поговорим, я вопрос задам, как это все. Татьяна, как вы оцениваете эту логистику, которая была создана, вообще это взаимодействие
вот, в один, в рамках одного дня, ну или, как мы уже выяснили, в рамках одной недели ближайшей, которая тоже будет мусор увозить? Ну, конечно, сложно собрать информацию. Люди разные, это, по-разному реагируют. Я видела, то есть я тоже была подключена к этой общей таблице, как она постоянно пополняется, постоянно призывы организаторов: дайте точки, дайте контакты. Ну, в общем и целом, ну, достаточно неплохо сделано, учитывая тем более такой объем. Ну, я правильно понимаю, что создание вот этой всей инфраструктуры, логистики занимался люди из проекта «Сделаем», Алена, это как бы ваша заслуга, можно ну, сказать. Ну, и Минприроды тоже. И Минприроды. Угу. Ну, это не моя заслуга, то есть мы просто сформировали определенную... Как организация, как проект. Ну, как да, нашей команды. Угу. То есть мы создали таблицу, в которую организаторы потом сами непосредственно заносили данные. Там, где данных не хватало, мы обзванивали людей и заносили. Также у нас в группе была анкета, которую мы просили и призывали людей заполнить. Это анкета участников и организаторов. Когда человек заполняет анкету, после этого с ним связывался человек из нашей команды, узнавал, где именно будет проходить уборка, сколько человек выйдет. Тем самым нам удалось собрать предварительную статистику. Вот. Ну и такой самый, наверное, сложный момент, это вот как раз 19 сентября у нас одновременно в Твери ездило 4 машины, которые собирали стекло и пластик, то есть 2 машины стекло, 2 машины пластик, и 1 машина отдельно у нас забирала покрышки по всему городу и Калининскому району. То есть вот этот момент для меня был самый сложный, потому что этой логистикой занималась непосредственно я, и в этот день одновременно со всех точек стекалась ко мне вся информация по тому, где закончили, где сколько мешков стоит, где стекло, где пластик, и вот это все надо было обработать и передать непосредственно уже водителям. Угу. А, Татьяна, ну вот Алена уже рассказала, да, о том, что в том числе и раздельный сбор мусора осуществлялся в ходе субботника, в ходе уборки. Насколько вообще вот важно вот эту работу вести в рамках таких мероприятий? Ну да, очень здорово, что в этом году в субботник, это обычно сложно и так, сложно и мусор в принципе собрать, ну, да. А еще плюс тут еще и раздельно. И ну, замечательно, что общественникам удалось привлечь организации, которые берут отдельно эти отходы, и мы уже вывозили смешанные отходы нашей компании. Ну, понятно, что... То есть вот эти цифры о результатах, о количестве собранного мусора, они радуют тем, что это не вся гора вот эта вот пошла на полигон на захоронение. Часть потом в дальнейшем пойдет на переработку, да? Да, но по Твери, наверное, это даже где-то около половины может быть, да? Ну, у нас 280 килограмм мы сдали на переработку только пластика. Екатерина, вы-то какими-нибудь, может быть, тоже поделитесь рекордами, успехами? Я хотела бы сказать, что для меня это был действительно эксперимент, потому что мы отсортировывали пластик, стекло, алюминий и покрышки. И действительно, это половина, чуть ли не четко половина, 50 на 50. То есть 50 отправится на полигон, 50 принесет пользу. Можно теперь сказать, что Черногубское сельское поселение – это самое чистое место в Тверской области, потому что мы с вами общались до акции, вы мне рассказывали, что вот эта точка – это единственная, которую осталось убрать. Ну что, у нас теперь Черногубское сельское самое чистое? Я хотела бы сказать, что одна из больших таких свалок уже убрано, но локально еще что-то остается. И, к сожалению, мусорят постоянно, то есть это постоянный процесс. Хочется обратиться к людям, чтобы они оценили чистоту. И тем более, что вот Черногубово, да, можно назвать уже чистым местом на карте Тверской области, потому что создались такие островки чистоты, точки, которые поддерживаются. Да, там чистота, раз убранная сварка, уже сложно, не образуется. Насколько вообще сложно поддерживать? Я знаю, что вы не первый год не только в рамках проекта «Сделаем», а вообще принимаете участие в уборке, инициируете подобного рода субботники. Вообще, насколько сложно в дальнейшем потом объекты, на которых был наведен порядок, содержать? Конечно, намного легче. Во-первых, уже на чистое место не бросают. То есть, обычно свалка как образовывается? Один кто-то кинул, и другой уже... А я тоже могу, значит, бросить. И вот эффект разбитых стекол. И вот эта стайность...
Хочется, да, чтобы в следующий раз, когда замахнется рука, человек увидел чистое место и передумал это делать просто, чтобы что-то поменялось в сознании. Татьяна, ну я знаю, что вы не только как региональный оператор в субботу, как представитель регионального оператора в субботу участвовали в субботнике, а как просто житель Твери, расскажите, где убирались, на какой территории наводили порядок, что делали в субботу? Ну, у меня насыщенный, красивый такой день получился в субботу. Во-первых, солнце всем нам светило, и это было так здорово. С погодой повезло, да. Даже неожиданно, да. Радостно наколдовали, в общем-то, все участники старались. Да. Вот, и я принимала участие в посадке деревьев, дубов, то есть теперь у меня в городе есть свой дуб, и я очень рада этому. Минприрода пригласила принять участие. И затем я на Мигаловской набережной убирала мусор. В общем-то, в субботниках я участвовала, и там на берегу около дачи, да, периодически подбираю тоже, куда мы приходим, мусор. Но тут вот такая целенаправная длительная прогулка, и вначале, вот, ну, по ощущениям, то есть идешь с мешком, смотришь, видишь только самые вопиющие, выпирающие вот эти мусорины большие. А затем уже взгляд такой прицеливается, и начинаешь видеть действительно и мелочь, и очень много всего. То есть это, вот, видимо, как у грибников, да? Когда уже сфокусировался взгляд. И я, ну вот, понимаю, люди, которые ходят постоянно с этими, с мешками, выходят на прогулку, совмещая приятное с полезным, и не боясь показаться для кого-то странным, да, собирают мусор, прогуливаясь по той же роще, вот. И я понимаю, что они не могут пройти мимо этого мусора, потому что он ему уже просто режет глаз. Вот. Ну и здорово, что к этим людям, что они все меньше и меньше кажутся странными, и к ним все больше присоединяется людей. Ну, людей действительно было много, не только в Тверской области, да, наверное, и по всей России. Вот, Алена, если говорить о нашем регионе, о том, вот, чем вы занимались в субботу 19 сентября, вы уже сказали отчасти, да, что есть определенные рекорды, есть определенные достижения. Давайте об этом немножко поподробнее. Мы знаем, что побит ряд рекордов. Давайте об этом поговорим. Ну, порадуйте нас. Какие цифры, чего удалось достичь, добиться? Ну, значит, смотрите. В Твери у нас прошло 63 уборки. Изначально было 60, но вот вчера Екатерина сообщила еще несколько точек убранных, потому что не все убрались в субботу, были уборки в воскресенье. Ну, многие в пятницу начинали, да? Убираться. Многие, да, в среду, да, школы, да, убирались раньше. Вот. В Твери приняло участие 1200 человек, а до этого в прошлые года было 1000 максимально. Точек уборки было тоже до 30, сейчас 60, то есть в два раза больше. Это говорит о том, что, ну, отклик растет. Кроме этого, в Твери мы собрали 2300 мешков мусора. Раньше это было 1500. То есть то ли мусора стало больше, то ли все-таки количество участников здесь играет свою роль. Вот. Собрали мы в Твери еще 150 мешков стекла только и около 300 мешков пластика. Все это сдано на переработку, и 150 покрышек. 150 покрышек – это примерно 1 тонна. Ну вот давайте тогда, раз вы эту тему уже затронули, о покрышках поговорим. Мы знаем, что есть уже определенные наметки, куда они пойдут. Расскажите поподробнее. У нас в этом году отозвалась организация «Комфорт Сервис» и сказали о том, что мы соберем все покрышки, которые вы соберете в рамках этой акции. То есть они объехали Калининский район и все точки, на которых были найдены покрышки в Твери. Ну, соответственно, получилось 1 тонна. Теперь из этих покрышек будут созданы детские площадки, спортивные площадки. То есть 150 покрышек, 1 тонна. Это, получается, из этой резины, да, будет создано покрытие или что это из значит? Этой резины сделают сначала резиновую крошку, а потом из нее покрасят и сделают уже детские вот покрытия для детских площадок и спортивных площадок. Татьяна, ну вот подобное раньше у нас в регионе были такие же случаи, когда вот так вот реально вот, ну вот с пользой для людей что-то вот делалось при сборе мусора? Ну, сбор мусора – это всегда с пользой для людей, собственно говоря. Да, дальнейшее, скажем. Да, я хочу обратить внимание, да, комфорт-сервис организации, про нее неоднократно я и в релизах упоминала, и в информациях в муниципалитеты я направляла, потому что периодически выплывают эти свалки покрышек. Дело в том, что покрышки, хоть и относятся к категории
четвертой категории опасности мусора, но они не принимаются на полигон, и мы их возить не можем, региональные операторы. Они не относятся к ТКО, и только специализированная компания может их забирать. Вот комфорт-сервис берет эти покрышки бесплатно и пускает в дело. Угу. Поэтому хорошо, когда есть такие организации. В общем-то, информацию призываю смотреть у нас на сайте и в соцсетях, в группах, такую бытовую полезную информацию, как обращаться с различными видами отходов. Угу. Ну, а установить детские площадки, наверное, нужно там, в тех районах, которые самые активные были. А, вот это мысль. А какие, вот, Алена, расскажите, какие районы наиболее такие стали активными и массовыми с точки зрения уборки? Ну, что касается Тверской области, то это сама Тверь, 63 точки уборки, Конаковский район, 50 точек уборок, Старицкий район, там свыше 20 точек, Ржев тоже 20. И что касается самого города непосредственно, то больше всего человек у нас вышло на Константиновские карьеры, это 110 человек, Мигаловская набережная, 80 человек, в Черногубово тоже около 80. Больше 80, да, человек. Ну, вот эти точки, они основные. Ну, значит, там нужно установить детские площадки. Татьяна, ну вот, на ваш взгляд, с точки зрения регионального оператора, вообще зачем нужны такие акции? Что они дают в конечном итоге? И насколько они, ну, свою как бы задачу, свою цель выполняют, исполняют? Ну, они, во-первых, привлекают внимание жителей к проблеме мусора. И, конечно, это большую роль они играют в формировании менталитета, вот эко-заточенности, что ли, в людях, ответственности за территорию, которую, на которой они живут, и отношение к тому, что, во-первых, такие акции проходят, и, наверное, после них будет вот интересно статистику, да, провести, что будет меньше людей, которые будут бросать этот мусор. То есть на примере других людей они увидят, что это, ну, неправильно, некрасиво. Нужно время, чтобы новое сознание сформировалось. И, в общем-то, вот это, подобные акции красивые такие, выразительные, они помогают этому. Ну и в целом у нас большая проблема с несанкционированными свалками. Вообще до внедрения мусорной реформы в России ликвидацией несанкционированных свалок вообще не занимались. И с прошлого года вот региональный оператор активно этим занимается, но их слишком много. И мы принимаем постоянно информацию и от муниципалитетов, и от различных органов контролирующих, и от жителей. У нас на сайте есть кнопочка «Сообщить о проблеме», у нас есть мобильное приложение ЦАХ, у нас есть соцсети, в личку пишут. И, но процедура ликвидации свалок не столь быстрая и не столь простая, к сожалению, и у рекоператора нет каких-то инструментов, например, по поиску собственников земли. К сожалению, очень сложно наказать непосредственно виновника, который эту свалку образовал. Да и найти его, обнаружить, ну, скажем. Ну, да. Собственно, да, поэтому его и сложно наказать, потому что не знаешь, кто это сделал. И, ну, вот хочется надеяться, что в результате подобных дней желающих в чистые леса сваливать горы мусора станет меньше. Угу. Екатерина, ну, наверное, все-таки не только вот в рамках субботников, мы знаем, что не только в рамках субботников наводите чистоту. Вот с вашей точки зрения, как волонтера, да, что самое сложное в этой работе, да, насколько вообще люди охотно откликаются не только в рамках одного дня, приуроченного там к чему-то, а вообще вот в ходе просто жизни вот в каком-то населенном пункте, в частности, вот Черногубская сельская поселение. Ну, вот у нас сложилась команда, то есть мы держимся друг за другом, мы очень рады, что мы друг друга нашли, сплотились. И если вас уже двое, у вас уже команда. Вот. И я призываю объединяться и... Как мы друг друга нашли? Просто каждый не побоялся в одиночку выйти когда-то и начать убирать. И я призываю людей также выходить и находить единомышленников и объединяться. И тогда мы сделаем вот больше таких... А насколько тяжело этих единомышленников подтягивать к себе? Вот вы тот человек, который непосредственно этой работой вот в лесах, в полях занимается.
люди вообще охотно выходят, вот, забирать, ну, грубо говоря, за другими людьми, да, чужой мусор. Вот как-то сдвинулась в положительную сторону эта тенденция, что, да, действительно уже смотрят не как на сумасшедшего, а даже иногда сами предлагают помощи, вывести собранные мешки, присоединиться. То есть меняется ситуация в мире, у нас в Черногубово меняется в лучшую сторону. Креативный подход, например, тоже, наверное, помогает привлечь союзников. Например, байдарочники уже третий год участвуют у нас с байдарок, с воды убирают пойму реки Тьмаки. Это центр туризма «Азимут-69». Вот. И, собственно говоря, вот эти яркие, красивые байдарки на воде, они привлекают внимание, и, наверное, кто-то из мимо проходящих случайно прохожих кто-то тоже присоединился. Да. Потом вот в этом году у нас в Николо-Малице эко-мотоклуб убирался, и после уборки было анонсировано мотошоу. И я думаю, что интересующиеся товарищи, молодежь, подъехали, посмотрели и приняли участие в уборке и стали зрителями мотошоу. Вот. Ну и мне понравилась одна реплика участницы субботника. Она выложила фотографию и сказала: «Я сегодня на точке одна, но я не одинока на планете». Ну вот это главное, наверное. Где-то вот у нас по 100 человек, да, выходило, где-то 80, где-то один человек, но она уже знала, что она не белая ворона. Пусть она на этой точке, на своей, и одна. Ну как-то вот плечо чувствует. Представьте, вот мне вот в ночь перед акцией написала девушка и говорит: «Катя, я не могу с тобой выйти помочь тебе на твоей точке, но я буду убираться в Краснодаре». А другая написала: «Я буду убираться в этот день в Крыму». И это самое дорогое, что может быть. Алена, ну вот как раз к слову, а есть какие-то, вот мы поговорили о рекордах, может быть, есть какие-нибудь антирекорды? Допустим, какие районы у нас остались не без участия в акции «Проект сделаем»? Есть у вас такая статистика? То есть те вот районы или, да, территории, которые, ну, к сожалению, остаются у нас загрязненными, люди там не убирались на минувших выходных. Ну, у нас нет информации по Бабачевской роще, потому что... Одна из проблемных всегда, да? Одно из проблемных мест. Так. Да, мы ежегодно там убираемся, но в этом году не было заявлено организатора никакого, поэтому сложно сказать. Наверняка люди по памяти вышли на уборку, но то есть она была не организована нами. Вот. Кроме этого, сейчас написал организатор. Это Павел Сороковой, который вместе с детьми убирался. Он убирался один с 10 девочками маленькими на Сахаровском шоссе, дом 12. И они там нашли большую точку, на которой очень много работы еще предстоит. Вот, он просит помощи именно людей для того, чтобы завтра в 15 часов выйти и все-таки доубирать это место. Наверняка с ним опять будут дети. Вот, то есть ему нужно хотя бы 2-3 взрослых, чтобы справиться. Давайте еще раз, да, значит, завтра, какое получается, 22 сентября, да, где еще продолжается всемирная... Сахаровское шоссе, дом 12, Павел Сороковой. Вот уже Екатерина, готова, я вижу, да, уже? А вообще, вот расскажите, Черногубское сельское поселение, да, мы о нем поговорили, еще какие-то видите в дальнейшем, про места для уборки, где еще люди хотят, да, пожелают? Да, представляете, вот мы во время уборки находим друг друга, находятся люди... Как-то, ну, не случайным образом, видимо, это все. И нашлись такие люди, женщина, которая убиралась тоже в одиночку, сказала: «Да, я готова провести еще раз здесь субботник», потому что, естественно, она не смогла одна убрать. Там вот у нее был отрезок вдоль дороги. И потом мы убирались с семьей Александровых, и они сказали: «Мы тоже хотим провести субботник, и мы его организуем, мы позовем соседей». Это за деревней Павловская, лес. То есть мы, ну, это опять будем не, продолжать бороться. Не привязки к чистоте, это вот на протяжении ближайшего времени. Также еще хотела две точки озвучить уже тогда. Которые вот тоже в ближайшее время будут убираться. Еще пока замусорены, так, да, давайте. И уборки там только предстоят. То есть это зеленый проезд, дом 43. Тоже поступила информация, что там большое количество уборки, нужны руки. Вот. И деревня Заборовье.
тоже к нам обратилась местная жительница, она говорит о том, что там есть в лесу свалка, и туда нужна именно, нужно ставить туда, либо да, давать спецтехнику, либо нужно поставить кагат, после того, как они все уберут, его вывести. Соответственно, это тоже будет все решаться на этой неделе. Угу. Татьяна, ну, на ваш взгляд, как вот представитель, да, той организации, которая, ну, курирует у нас весь мусор, да, занимается всей вот этой работой, нужны, для чего нужны, как развивать подобные акции и как сделать так, чтобы они становились со временем наиболее популярны и все больше и больше людей, чтобы в них принимало участие? Ну вот, хорошо, что в этом году и СМИ откликнулось, это один из инструментов привлечения, да, и ваша роль тоже, спасибо большое, есть в том, что все больше людей вышло. Популяризировать, ну, в принципе, вот какие-то уже, во-первых, традиции устанавливать, вот Всемирный день чистоты, это уже традиция, там, весной субботник, это тоже уже традиция, а вот какие-то традиционные такие точки, узнаваемые, к которым люди бы уже бы готовились бы и ждали бы, и планировали их. Ну, а в целом, конечно, больше популяризировать, рассказывать о вот таких вот неравнодушных людях, которые не могут пройти мимо мусора, пусть другим человеком брошенного, тем не менее. И больше рассказывать об этих людях, больше, ну, и со школьниками работать. И чтобы это, ну, не было для галочки, чтобы вот как-то... Проводить эко-уроки. Угу. Мы знаем, что региональный оператор ведет большую работу просветительскую. Вот о ней немножко подробнее расскажите, потому что есть и проекты. Добрые крышечки, да? Правильно? Добрые, да, крышечки? Добрые, добрые. Об этом немножко поподробнее, потому что, ну, не все о них знают, наверное. Угу. Ну, да, мы пытаемся запустить в школах Твери проект, то есть в том году он в 6 пилотных школах был запущен. Это по раздельному сбору отходов. Устанавливаются урны трехсекционные, устанавливаются на контейнерных площадках синие и зеленые контейнеры, как и у нас практически на всех площадках Твери, для того, чтобы отходы, идущие на переработку вторсырье, оно отдельно бы собиралось бы и, соответственно, вывозилось бы отдельной машиной. В рамках этого проекта, называется он «Экошкола, сохраняя, разделяя, сохраняй», тут вот обычно, да, когда мы что-то разделяем, мы разрушаем. Здесь же наоборот, разделяя отходы, мы сохраняем в целом природу, сохраняем ресурсы, здоровье. И в рамках этого проекта у нас проходят экоуроки, у нас он освещается тоже в СМИ, и проходят экскурсии на ТЗВП, Тверском заводе вторичных полимеров, это крупнейшем переработчике пластмассы у нас в стране. Этот проект осуществляется Министерством природных ресурсов и экологии Тверской области. И мы в партнерах, Тверской завод вторичных полимеров в партнерах, экотехнологии. Отрадно, что появляются локальные проекты, вот студенческий листок. Вот сейчас еще один, юристы запустили проект, который тоже вот несет экопросветительские тенденции, направленность имеет такую, и тоже с выходом в школы, с тем, чтобы донести до детей в такой и доступной форме, и привлекательной форме, что мусор, это, в общем-то, о нем стоит говорить. То есть, когда я вот к детям прихожу, я говорю, что... мусор — это не мусор, это ресурс. Это ресурс, да. Это, ну да, тут это вот филологические, да, изыскания. Можно ли мусор называть мусором, да? Но, тем не менее, как его ни назови, эта тема достойная разговора, достойное изучение, и вопросов очень много, и на самом деле дети очень живы. Откликаются, и мы проводим для этого конкурсы различные. Вот сейчас недавно объявили конкурс в рамках Тверского переплета «Одноразовая планета». Предлагаем детям в разных формах и в виде рисунков, плакатов, и в виде рассказов, сказок, эссе, и в виде видеосюжетов, если возможно, рассказать о какой-то экопривычке. Экопривычек очень много, и одна из них вот, – разделять отходы, да, экопривычка – сокращать ненужное количество там, потребления, да, там, например, отказ от пластика, ну, не стопроцентный отказ от него сейчас, одноразового, да. Хотя бы, ну, от хотя пакетов, бы, да, от одноразового, от да, вот сходить в магазин с сумочкой и так далее. Ну, в общем-то, экопривычек много, но вот если они будут все время на слуху, на виду и вот в разных видах представлены,
то, наверное, их последователей будет все больше и больше. И работы участников конкурса мы обязательно будем использовать, как и в том году у нас проводился уже конкурс «Одноразовые планеты», немножко с другим уклоном. И мы рисунки ребят использовали в презентации экоуроков. То есть это, в общем-то, им хороший вклад в их портфолио, участникам конкурса, победителям. А для всех остальных, ну, наглядность такая. То есть это именно непосредственный взгляд живой детей на проблему экологическую. Ну, а тут вот эко-привычки. Я надеюсь, что это тоже сработает, даст результат. То есть вот, ну, конкурсы, какие-то праздники, уроки, субботники – очень много всяких разных форматов, и мы стараемся и тоже и сами их инициируем, и благодарны тем, кто нас поддерживает. Вот конкурс «Одноразовая планета» мы проводим вместе с библиотекой Горького, и Российское движение школьников к нам присоединилось. Кстати, вот и к субботникам тоже Российское движение школьников присоединилось и распространяло информацию по школам, тоже добавили, да, своих участников в этот проект в этом году. Вот. Ну, огромное спасибо людям неравнодушным. Ну, вот один из неравнодушных жителей, да, у нас здесь. Екатерина, вы вот как вообще оцениваете всю работу, которую, в том числе, региональный оператор ведет? Я знаю, что у вас в поселении, вот когда делали материал, организованный сбор батареек, сбор крышек, да, пластиковых. Да. Давайте об этом. В Черногубской библиотеке у нас установлен такой эко-пост, где мы собираем добрые крышечки и отработанные батарейки. Заведует библиотекой Татьяна Михайловна Королева. Большая ей благодарность за то, что она откликнулась. И в эти выходные мы также установили битбэк для пластика. Это вот о чем Алина, да? Рядом с библиотекой. И любой житель может теперь пластик свой выбрасывать. И дальше будет все это отправлено на переработку. Знаете, у нас, по-моему, Черногубское сельское поселение самый грамотный, да, передовой. Есть такое? Молодцы. Ну, надо сказать, что, в принципе, сбор крышечек и сбор батареек, он становится, слава богу, более традиционным в различных учебных заведениях. Например, у нас в Твери, благодаря предпринимателю, социально такому направленному предпринимателю Алексею Задонскому, в каждой школе стоит прозрачная емкость, колба для сбора батареек. Да, он это сам назвал этот проект «Спаси ежика». Ну, нашел, то есть, такой путь к сердцу ребенка. Действительно, судьба ежика волнует. Это не просто какие-то абстрактные, да, призывы. И вот уже на протяжении, ну, лет 10 этот сбор ведется. Сейчас к нам, в прошлом году к нам обратилась компания «Дюрасел» подключиться к акции «Сдай батарейки из Дюрасел». Мы согласились, и региональный оператор в Тверской области организует данную акцию. К нам присоединились 300 школ уже по всему региону. То есть если в Тверских были эти колбы, то теперь собирают батарейки во многих школах, в муниципалитетах, в маленьких сельских поселениях. И затем раз в полгода мы организуем сбор в единую точку этих батареек, а потом они уходят на переработку в Ярославль. Угу. Вот в прошлый раз было собрано 5 тонн батареек. Немало. Вот. Ну, а акция «Добрые крышечки», если кто не знает, да, то здесь эко-благотворительная акция на крышечки, которые вообще-то делаются из другого пластика, поэтому их имеет смысл собирать отдельно от бутылки, от емкости, для того, чтобы удобнее было перерабатывать. Вот на эти сданные крышечки деньги за них идут в фонд помощи детям-сиротам, у которых проблемы со здоровьем, которые в приемных семьях воспитываются. И это обязательно адресный сбор, есть данные по ребенку, вкратце его судьба и его проблема озвучены. И вот уже 34 ребенка благодаря этой акции получили реабилитационную технику. То есть большая социальная подоплека всей этой работе, да? Ну, тоже, да. Алена, ну, финальный вопрос, наверное, к вам. 13 700 человек у нас, да, в итоге поучаствовало в акции. Цель немножко побольше, 5% от населения, вы сказали, это порядка 63 тысяч, да? Ну, как вы думаете, удастся ли на будущий год
и как будете эту цифру нагонять? Потому что, ну, наверное, цель-то стоит 5% как раз-таки, да, чтобы люди... Да, цель стоит. Цель, помимо того, чтобы на уборке вышло столько людей, стоит еще цель 15%, чтобы знали об этой акции и о необходимости раздельного сбора. То есть цели, да, они действительно амбициозные. Мы, конечно, будем стремиться. У нас вся команда болеет этой целью. Поэтому мы достигаем таких результатов. Таких результатов в России очень немного, то есть единичные области достигают каких-то таких цифр. Вот. Конечно, приятно видеть вот те отчеты, которые сейчас приходят, поступают к нам, радостные лица участников. Это дети, взрослые, которые, несмотря на усталость, тем не менее, с гордостью в глазах, пока присылают свои фотографии, видео с мест уборок. То есть чувствуется, что это то, что вот... Действительно почетно. То есть не просто мусор там за кем-то убрать, а это вот именно почетная работа, которая приносит хорошие плоды на благо, да, на благо будущего наших детей. Ну, в этом году сделали? Вот вы как? Да, я считаю, что сделали. То есть мы довольны результатом, всеобщими усилиями. Здесь ценен вклад каждого, мы сделали. Отлично. Мы подвели итоги вместе с нашими гостями Всемирного дня чистоты. 19 сентября он отмечался в рамках проекта «Сделаем». Жители Тверской области вышли на субботники. Таковых у нас, вот как нам рассказал организатор проекта, набралось 13 700 человек. Мы надеемся, что в следующий год их будет еще больше. Вы смотрели программу «Тема дня». Меня зовут Никита Васильев. Всего доброго. До свидания.